Греческие спасатели в среду пытались взять контроль над крупным лесным пожаром вблизи приморской деревни Кенхрей на востоке полуострова Пелопоннес. Густой темный дым заволакивал местность, а линия огня быстро распространялась на юг из-за сильного ветра. Власти эвакуировали поселок, так как пламя, охватывая кроны сосен, вплотную приблизилось к военной части, где хранились взрывчатые вещества. Спасатели также превентивно перевезли в безопасное место детей из летнего лагеря «Summer Fun». Пламя тушили более 70 пожарных, им помогали волонтеры, а также 5 вертолетов и 2 самолета. Военные направили в зону бедствия подкрепление. Греция нередко страдает от лесных пожаров в летние месяцы. Зачастую это происходит из-за пренебрежительного обращения с огнем или поджогов. Пожар 2018 года в Аттике всего за несколько часов унес жизни 100 человек, в том числе детей, став одним из самых страшных стихийных бедствий в истории страны.